Спасибо большое за донат Фунфурье. Теория музыки в кино. Так и написано и в донате, и в названии ролика. В общем, смотрим. Что-то волосы как-то лезут в противное лицо. Понял? С опережением. Врубился? Начинаем из-за такта. Что-то не то. На слабую долю. Именно. Мистер Браун. Да, Мэйси. Мы репетировали, как вы нам сказали. Играли все, как вам нравится. Джимми не может так сыграть эту партию. Ее нужно изменить. Не нужно. Я говорил мне. В чем дело? Потерял слух? Потерял чувство ритма? Нет, сэр. Не потерял. Что это? Малый, мистер Браун. Малый что? Барабан. Верно. А это? Гитара. А вот и нет. Биви, что это? Барабан, мистер Браун. Ну, наконец-то. А что, Мэйсио? Барабан, мистер Браун. А эти блестящие штуковины вон там? Барабаны. Итак, у нас у всех барабаны. Мы играем на барабанах и плевать, в какой тональности, в каком такте, на какой планете. Но, мистер Браун, Клайд будет отставать в ритме от оркестра. Так не будет музыки. Сколько у тебя хитовых песен? А? Парни, это звучит? Да. Приятно звучит? Да. Бог создал твои уши, а не ты. Будешь спорить с самим Богом? Если партия звучит и звучит приятно, будет и музыка. Играй, как я говорю. Сначала. One, two, one, two, hit it! Ну, в этом описании звучит довольно тупо. Но, возможно, да, что вот как-то так иногда приходится доказывать что-то ребяткам. То есть, да, ну, типа, могу сказать, что бывают такие случаи, когда... Ну, например, вот даже вот взять там «Говнида, дристающий ангел». То есть там, когда мы записывали ремейк, челики такие, типа, блин, а там обязательно именно вот смещать на слабую долю аккорд? Я говорю, да-да-да, челы, это надо прям сделать. Да, это, типа, может быть, странно кажется, может быть, это неудобно играть, но это надо сделать обязательно. То есть именно... То есть, да, это неудобно, но оно работает только там. Потому что если бы было в сильную, была бы полная херь. И, по-моему, где-то была запись, там, демка в сильную. То есть здесь четко, окей. Вот это вот. Что тут? Сейчас даже попробую наискать. То есть она должна именно идти на... Ну, вот так. Сейчас вот есть... так, это финалка. Блин, хочу даже вот найти. Так, тут что-то с первым звуком было сейчас. Не тот аккорд. Нет, какая-то более прям вот ранняя версия была. Сейчас я постараюсь найти. Мы это прямо обсуждали. И потому что, по-моему, даже есть именно запись. Вот это первое. Так. Вот. Крэш и лишнее выступление. Установил последнюю ноту, перечекнул. Вот это аккорд. Блин, мы же это обсуждали точно. Да, вот здесь я говорю, что переход должен быть ровный. Чтобы одна... Нет, это он уже показывает как надо. Наверное, какая-нибудь предыдущая версия была... Сейчас попробуем найти вот это вот. Ничего не найдено. Уже, наверное, этого файла нету.
Ну, типа, то есть как-то так они делали, я не знаю. И типа, это уже другой прекол получался. Блин, жалко, интересно, у них остались вот эти вот первые какие-то заготовки? Наверное, нет. Но тоже, да, то есть вот, типа, пришлось немного порасписывать, да, то есть что это возможно, ну, это реально, типа, такая не очень удобная даже партия, я бы так сказал. Странно, но так прям работает. Стало тяжелее формулировать мысли. Иногда бывает, у некоторых людей нормально, типа с матом он им идет, и у них хорошо это все получается, они ругаются, и, ну, типа, прям виртуозно. Я тоже виртуозно ругаюсь, как мне кажется, но все же я заметил, что действительно я воспринимаюсь не так, как хотелось бы, чтобы меня воспринимали, и меня понимают иногда не так. Вот и все.